Ребят, сегодня клиент на весь день, услуга. Вместе пошли по рынку, нашли вот такой вариант. Искали виш. Вот, бюджет был чуть больше миллиона. Причем люди приехали, купили машину в кредит. Вот зашли в автокредит, им дали буквально 5 минут, дали кредит. Вот, в общем, я в это не верил, но им дали. Вот, кожаный руль, лепестки, туманки японские, кнопка старт, бесключевой доступ, подогрев зоны дворников, климат-контроль, S-комплектация, есть спорт-режим, двухдневная хорошая магнитола, Bluetooth, DVD, USB, все здесь есть. Машина 4 балла, а здесь где-то был аукционник, вроде, если ошибаюсь, да, вот он. Машина вот, бьется по номеру кузова, 4 балла, на Toyota куплено 110 тысяч. Родной пробег 4 балла. Вот без замен, без подкрасов, вся абсолютно целая, первомутр, цвет. Вот такой вишок нашли на рынке. 4 балла, 110 тысяч пробег, 11 год, виш. Цена у него 1 миллион 80 тысяч рублей. Ребят, вот пришел под заказ клиенту с Японии. Вот такой красавец, вызов в комплектации RS, 19 год. Примерно обошелся он в 1 миллион 700 тысяч рублей. Кожаные вставки на сиденьях. Кожаный руль, мультироль, адаптивный круиз-контроль, лепестки, туманки японские, подогрев зоны дворников, кнопка старт, бесключевой доступ, сенсорный климат-контроль, подогрев передних сидений. Мотор здесь стоит обычный, не гибрид, обычный 1.5 мотор и вариатор. Вот он, селектор переключения, электронный ручник, то есть сзади сервомашинки, никаких этих. Вот двухдиновая хорошая родная магнитола, тоже здесь Bluetooth, DVD, USB, все здесь есть. Вон USB туда выведено. Вот человек приехал забирать. Такой красавец. Здесь все черное. Черная панель, дверные карты, сиденья, черный потолок. RS классная комплектация. Куча подушек вот безопасности. Вот. Хорошая музыка стоит. Такой красивый цвет. Сейчас покажу аукционник вам. Покажу место. Спереди, сзади. У нас сегодня опять такая вот погода, поэтому темновато. Человек купил уже запаску себе в дорогу. Хороший вот такой багажник, полка, все есть. Так, пойдем посмотрим аукционник. Опа, аккуратненько сюда сядем. Надо, конечно, машинку помыть. Машина только с таможни пришла. Машина, аукционник 5 баллов А. 5А, 11 тысяч пробег. Ребят, 5 баллов, 11 тысяч пробег. На рынке, конечно, такую тяжело найти. Год 19-й, и 1 700 000 примерно стало клиентов. Всем привет. Машину вы только что видели. Машину очень довольны и довольны работой Сергея и его компании. Спасибо Сергею, Елене. Машина как бы пришла... Ну, чуть больше месяца мы ее ждали. Всем довольны. Полгода мониторили интернет, выбрали компанию Сергея и не жалеем. Перечисляли деньги по ихней схеме, то есть переводили в Сбербанк, делали доверенность, то есть все деньги шли через Сергея и его компанию. Ну, вот она стоит, машина. Мы счастливые обладатели. Жена будет очень довольна. Наши услуги на расчетный счет ИП, да, платят? Да, да. Вот как-то так, ребят, не переживайте. Да. Все нормально, верьте. Верьте, доверяйте. Сергей, ну, надо сказать, настоящий мужик. Мужик сказал, мужик сделал. Спасибо. Вот еще один, также пришел под заказ клиенту с Японии.
Это Wellfire, 18-й год. Обошелся он в 2 миллиона 660 тысяч рублей. Вот такой красавец. Сейчас все покажу вам. Машина 4,5 балла, 46 тысяч родной пробег. Вот он. Ох, Wellfire. Это, ребят, что Alphard Wellfire. Это, конечно, такой бизнес-класс, так назвать его можно. Здесь есть все красиво, приятно. Здоровенный автобус, кожаный руль, круиз-контроль. Адаптивный, естественно, круиз-контроль. Туманки, кнопка старт, бесключевой доступ, автосвет дальний-ближний. Электронный тоже идет уже ручник. Это не гибридная версия. На обычном моторе и вариаторе климат-контроль. Естественно, все раздельное. Пассажир-водитель. Вот это родная Toyota Magnetova. Давайте запустим, посмотрим, как это все выглядит. Машина еще 4 ВД. Даже бензин еще есть. Японский. Это значит, вы сидите в японской машине. Подлокотники. Все красиво. Так. Посмотрите салон. Ну, пойдемте там посмотрим дальше. Здесь все кожаное. Все, конечно, надо помыть после японцев. Вон Wellfire, все светится. Все красиво. Самый большой и красивый автобус вообще в Японии. Вот она, вторая печка, кондиционер. Монитора, кстати, нет второго. Ну и цена, ребят, 2 миллиона 660 тысяч рублей за Wellfire 18 года, 4,5 балла. Это, ну, очень хорошая цена, я считаю. Опа. Вот он, третий ряд. Высоченный потолок, ну и очень-очень много места. И даже три ряда, и здесь есть и багажник, можно двигать вперед-назад, и второй, и третий ряд. Опа, здоровый какой! Парктроники, смотрю, стоят. Вот такой вот, 2660, очень хорошая цена, 18-й год, не гибрид. Такая простенькая после Wellfire, обычная. Это у нас Honda Freed Spike 11 года, тоже с Японии, тоже клиенту, тоже под заказ. Посмотрите, какой беленький цвет. И самое классное, машина пустая комплектация, то есть без дверей, без ключевого доступа. Вот есть подогрев ушей, да, зеркал, также климат-контроль. Машина, как и сказал, на ключе, двухдиновая магнитола стоит, все простенько, 11-й год. И аукционик, ребят, смотрите, 4 балла машина, 75 тысяч родной пробег. На рынке вы такого не найдете. Вот, абсолютно весь целый, без замен, без подкрасов, 4 балла, 70 тысяч пробег, 11-й год. Вот, Honda Freed Spike, кстати, туманки есть, родные японские. Есть подогрев зоны дворников. Это не гибрид, на обычном 1.5 моторе, обычный вариатор. Машинку эту любят, потому что много очень места, ломаться нечему. Высоченный потолок. Вот второй монитор, смотрите, тоже Газерс. Это родной Газерс, у Honda это родные. Смотрите, чтобы дети мультики, фильмы смотрели. О как! То есть там Газерс родной стоит, и здесь второй монитор. Вот. Спайк, у спайка все кладется в ровный пол. Посмотрите, как здесь колеса сразу закинули. Сейчас надо посмотреть, пришла она с колесами этими. Или это мы уже здесь закинули. Вот. Смотрите, как много места. Высоченный потолок, здоровенный багажник. И все. Спинка раздельная, кладется в ровный пол. Вот такой вот хорошенький вариант. Ребят, 4 балла, 70 тысяч родной пробег. 11-й год, 660 тысяч рублей. Хорошая цена, ну и ездить и ездить на такой машине еще. Так, еще один пришел также с Японии, под заказ клиенту, про бокс.
18-й год. Только пришел с таможни, заехал. 18-й год, все ребят стеклоподъемники. Это для пробокса такая жирная комплектация идет. Потому что есть комплектация с одним, есть с двумя, а есть вот такая самая жирная, с четырьмя стеклоподъемниками. И там, где есть четыре стеклоподъемника, ребят, здесь мягенькая, хорошенькая сидень. Посмотрите, не лавка, а приятненькая, мягкая сидень. Также есть камеры на предстолкновение и по полосам. Машина на ключе. Уши здесь складываются, смотрю. Здесь все у них на крутилках, АБС, курсовая устойчивость, кондиционер, это все, естественно, есть. Подогрев заднего стекла, двухдиновая магнитола хорошая здесь, всеформатная. Давайте посмотрим аукционник. Аукционник у него 4 балла, 82 тысячи родной пробег. Вся целенькая, есть пару тычек, но для машины, в принципе, для пробокса, ребят, они там, да, работают тоже. Вот она комплектация TX, кому интересно было, что за комплектация, где 4, да, стеклоподъемника с мягкой сидушкой, называется TX. 4 балла, 80 тысяч пробег. Куплен на Toyota. Вот он, видите, свеженький, 05-12. То есть 12-го мы купили мая машину. Вот она уже со всеми документами у нас здесь. Вот такой вариант. Сейчас покажу спереди, сзади все место. Хороший универсал от Toyota. Под капотом у него 1.5 мотор. Стоит обычный вариатор. Автоматов уже у них нет. Автомат шел до 2015 года. Сейчас стоит у всех практически вариатор. Посмотрите, здесь как красиво. И не скажешь даже, что это пробокс. Вот такой вот вариант. 750 тысяч рублей обошелся он. 18-й год, 4 балла, 80 тысяч пробег. Привезли с Японии. Ребят, сейчас посмотрел, сколько он стоит. Чуть-чуть поправочка. 725 тысяч рублей. А по курсам на сегодня, я думаю, даже можно купить дешевле. 725. Это очень хорошая цена. За 4 балла, пробокс, 18-й год, еще и в максимальной комплектации. Еще один вариант пришел с Японии. Также под заказ, также клиенту. Вот. 800, ребят, 50 тысяч рублей, или 840, или 850 тысяч рублей он встал. Ребята, это тоже классная цена. 11-й год, 850 тысяч рублей. Сейчас все покажу. Такой черный цвет. Вы чувствуете, да, что я снимал сейчас с рынка? 11-й год, да, который мы купили за 1 080 000. И сейчас с Японии цена 850, да, и 1 080 000. То есть на рынке вы такие цены не найдете, естественно. Только под заказ можем привезти. И, ну, по времени сейчас месяц, если кто еще не знал. У нас очень быстрая, ребят, доставка. Очень быстро привозим. Ну, допустим, считайте так, 2 недели покупаем, 2 недели везем. Вот, получается месяц. Может, чуть-чуть больше, может, даже чуть быстрее. То есть есть машины, которые приходят вообще очень быстро, даже меньше месяца, да? Это с момента заказа до получения машины. 4,5 балла, 66 тысяч родной пробег, ребят, и 850 тысяч рублей. 11-й год, 4,5 балла, 60 тысяч пробег. Посмотрите, без замен, без подкрасов, есть просто царапинки, все, 4,5 балла. Вот такой вот красавец. Это же мое любимое слово. Кожаный руль, машина на ключе, климат-контроль, двухдиновая магнитола. Все это есть. Подлокотники, вот обычные сиденья, как бы тряпка, не кожа. Ну, вообще, вот сейчас я вам показывал, да, в начале ролика сделаю. То, что мы это купили, это тоже не кожу. За 1 080 000, и тоже 11-й год. Это большая разница. Также третий ряд. Ребят, у Вишей Виш машина 7-местная. Здесь регулируется второй ряд также вперед-назад. Вот он третий ряд.
И здесь спинка вот так вот кладется как бы вниз. То есть, если у вас есть ребенок, это очень удобно. Раз, чуть поехали куда-то подальше, да, и положили его. Вот он, третий ряд. Вот так, как с Японии пришел, так есть. Вот все лежит. Домкрат, баллонник, все там лежит. Вот он. Здесь подстаканники есть. Достаточно высокий потолок. Посмотрите, потолок как новый. Вот даже здесь видно, что ничего не возили. Весь четенький. 11-й год, ребят. 4,5 балла. 60 тысяч пробег и 850 тысяч рублей. Такое на рынке точно не будет, особенно цена. А если сейчас заказать, я думаю, что вылезет уже еще чуть дешевле, чем было. Потому что курсы опять подупали. Вот, ну, хорошая цена и так, в принципе. Вот такой идеальный вариант. Колпачки всегда, клиенты, которые смотрят, которые заказали, пишут мне сразу: а где колпаки на колесах? Ребят, машины, да, вот на штамповках, и колпаки лежат, значит, сзади. Вот если здесь колпака нет, значит, где-то он здесь лежит. Вот он, здесь он лежит. То есть мы ничего здесь не снимаем, не убираем, все клиенты это знают. Вот такой вот. Так, еще один вариант, который зашел клиенту под заказ. Посмотрите, это Prius в 30-м кузове, полноценный гибрид, классная комплектация, идет линза, омыватель и фар, вот, с парктроники, такой беленький классный цвет, на литье 17-м, то есть комплектация очень хорошая, скорее всего, типа S-Touring, сейчас все посмотрим. Вот. Кстати, странное сиденье, да, какой-то цвет у сидений. Надо помыть и убрать, понятно, что химчистку сделать. Видите, да, как это после японцев приходит. Конечно, когда вы приходите на рынок, тут все намылено красиво, но сами понимаете, мы здесь как бы вот, как пришла с таможни, забрали, так клиенту и отдаем. Кожаный руль, мультируль, круиз-контроль, есть туманки, а вот они, кнопка омывателя фар, штатная магнитола, прикольная. Кнопка старт, бесключевой доступ, климат-контроль. Есть несколько режимов. Напомню, что это полноценный гибрид. 1.8 мотор, планетарка. 28 ячеек никель-металл-гидрид. На 30-м приусе примерно хватает батареи на 200 тысяч километров. Три режима. Есть Power, когда погонять хочется. Eco, когда надо доехать без бензина куда-то. Ну, мало бензина, там потихонечку едете, крадетесь, Eco нажали, еще меньше кушает. И есть принудительная кнопка EV. EV, при условии, что у вас заряд больше 50%, вы можете где-то катитесь по прямой дороге, да, нажать принудительно EV, и он мотор заглушит, будет ехать принудительно на батарее. Но функция бесполезная, потому что если вы нажмете на газ посильней, все равно запустится двигатель. Вот, также есть автопарковка, ребят. Смотрите, как круто, то есть он сам паркуется. Давайте посмотрим аукционник. 4 балла, 97 тысяч родной пробег. Посмотрите, вся целенькая. 4 балла, 90 тысяч пробег. 11-й год. Цена машины, машина обошлась где-то в 900, тоже там примерно 50 тысяч рублей. Я так на скидку, потому что не помню, не считал. 950 тысяч рублей. Машина, видите, очень-очень много. Вот. Классный расход у этой машины примерно 5 литров на 100 километров. И при этом, ребят, 1.8 мотор едет, он очень хорошо. Места здесь достаточно, как спереди, так и сзади. Но салончик грязный, надо, конечно, все это дело помыть, убрать, чехлы одеть, и все будет красиво. Здоров. Вот полка. Белый салон, кстати, если кто не знал, белый, точнее, светлый багажник, кто не знал, если у вас салон будет черный весь, кожаный, неважно какой, багажник у вас будет всегда вот такой светлый. Я не знаю почему, но вот тут и Prius 30, вот такой прикол. Здесь сейчас посмотрим. Запаска есть, все лежит, домкрат, баллонник. 900, ребят. 40 или 50 тысяч рублей, 11-й год, 4 балла, 90 тысяч пробег, под заказ Японии, вот пришла такая хорошенькая машинка. Вся целая абсолютно. Ну, конечно, надо заняться. Все-таки машине 12 лет, я бы ее помыл, полирнул, убрал бы, все сделал, там химчистку, все, и была вообще прям красота.
Так, и еще один вариант. Тоже для города классная машинка за свои деньги. Это Toyota Passos. Литровый стоит двигатель, вариатор. Минимум электроники, в принципе, ломаться здесь абсолютно нечему. Хороший клиренс у Passa, ребят. Ну, проехать здесь можно, я думаю, на всем. Также не переживайте, колпаки лежат в машине. Сейчас все покажу. Хорошая комплектация. Посмотрите здесь, какие чехлы красивые, светленькие. Ну, кому-то нравится, кому-то нет, можно снять, убрать. Вот. Мультируль, кнопка старт, бесключевой доступ, камеры на предстолкновении по полосам, климат-контроль, двухдиновая родная Toyota магнитола, есть родные японские туманки, вот они колпаки лежат, такой подлокотник, здесь, ребят, спереди идет диванчик, сейчас покажу. Зашла эта машина примерно в 700 тысяч рублей человеку обошлась. Вот спереди, вот место сзади, высоченный, вот опять колпаки, смотрите, как новенькое все. Сзади место тоже, высоченный потолок, место здесь хорошо, хотя смотрится маленькая машинка, но места здесь очень много, да, багажник небольшой, но опять же, посмотрите, пакеты сюда засунуть, спокойно там 3-4 пакета залезет. Или я думаю, даже может коляска вот так вот встанет, да. Дверь у них пятая пластик, крылья передние пластиковые, поэтому вес машины небольшой и кушает она мало. А, так, аукционник, да? Аукционник, давайте посмотрим, что тут интересное заехало. Так, ТПОшки нельзя ронять, ай-яй-яй, но можно снять. Так, машина 4 балла. 48 тысяч родной пробег, куплена на Toyota, вот номер кузова, пробивайте, смотрите. Абсолютно вся целенькая, 4 балла, 48 тысяч пробег. Вот такие хорошенькие машинки заехали сейчас к нам. Клиенты заказывали с Японии, ждут они примерно около месяца. У нас все очень быстро, поэтому заказывайте, привезем классный вариант. 700 тысяч и год, ребят, какой же год-то я не посмотрел. Ну, давайте здесь посмотрим. Год 3,6, 17. 17 год, 4 балла и 700 тысяч рублей. Сейчас еще целую пачку такую везем, примерно там 650. Они стоят 650 до 700, там в зависимости на кнопки, не на кнопки, ну вот так цены. То есть простенькую можно сейчас в Японии примерно взять где-то за 600, ну целенькую абсолютно с маленьким пробегом. А если чуть пожирнее, где-то 650-680, вот такие цены. Это с условием, ребят, быстрой доставки, то есть после оплаты инвойса 2 недели идет. И уже здесь все, можете приезжать, забирать. Вот. Машин очень много зашло, буду вам постоянно снимать. Сейчас заходят пачками. Я вот только сниму или не успею снять, сразу в отправку, все везу. Или люди вот приезжают, забирают. Как вот, допустим, Везов, я бы вообще не успел снять. Вон там сидит, там меня снимает, я так понял. Везов вообще бы не успел снять, если вот клиент приехал, но у них там что-то произошло, и они остались здесь там на недельку. Вот, а так забрали бы, я даже не успел снять. Так вот, люди сами приезжают, сейчас забирают. Сейчас, как я и уже говорил в прошлом видео, что лето, тепло, люди приезжают с семьей, едут через всю Россию, у кого-то мечта, кто-то просто прокатится, поэтому приезжайте, заказывайте, привезем, приезжайте, забирайте. Или можем, конечно, отправить транспортной компании. Вот, допустим, тоже Passa, да, которая сейчас показывал, ее нужно будет отправить, отправим в понедельник. Вот, допустим, 30-ку, которую показывал, тоже в понедельник отправим, остальные забирают сами. Как-то так. Ну, каждый день заезжают машины. В общем, всем пока. Завтра, ребят, завтра прямой эфир в 15 по Владивостоку. В воскресенье, как обычно, приходите на прямой эфир. Отвечу на все вопросы. И, возможно, если погода позволит, пойдем по рынку. Порассказываю про машины, да, вкратце, как обычно делаем. В общем, завтра в 15 по Владивостоку прямой эфир в воскресенье. Все, всем пока.